Любые отношения переживают свои периоды. От них никуда не деться. Они связаны с гормонами, они связаны с работой мозга. И в этих фазах самое важное понимать, что происходит. Потому что если ты понимаешь, что за фаза у вас сейчас у отношений, ты не начинаешь думать плохие вещи. Понимая динамику вот этих отношений, а просто мы считаем, что партнер неправильно себя ведет. Или с нашими чувствами что-то случилось. Ну, понятно, что когда у вас букетно-конфетный период, когда вы друг друга узнаете, у вас больше общения, больше каких-то совместных мероприятий, больше секса, больше того, всего пятого, десятого. Но это фаза. Она такая. Вот. Дальше вот этого буйства будет спад. Это нормально. Но можно же решить. Все, ты меня не любишь, или там, вообще, ты, я тебе не нужен, и так далее. Ну, то есть, и дальше, не понимая, что, о чем идет речь, люди начинают неправильно интерпретировать происходящее, предъявлять друг другу претензии, и мало того, что кризис, мы еще этот кризис как бы уконтрапупим, так сказать. Поэтому первое, что я бы рекомендовал, это не пытаться оценивать качество своих отношений, исходя из какой-то абстрактной линейки, как должно быть.